Песня «Быль-быль» такая, не дай бог, конечно. Каратистка называется. Я шел под вечер и увидел ножки. Я развернулся и рванул назад. Догнал тебя с проворством хитрой кошки и по привычке ухватил за... За руку, конечно, для камеры. В ответ раздалась дикая кия, и зубки раскатились по дороге. Но понял я тогда, что ты моя, навек моя. И понял я тогда, вот это ноги. Ты прекрасна, как тигр, но близко. Не подпустишь мужчин дураков. Террористка моя, каратистка, роковая, слепая любовь. Эх, террористка моя, каратистка, роковая, слепая любовь. На костылях придя в спортивный зал, где ты с лихвой ломал кирпичи, я пред тобою на колени встал, ты даже не моргнула, хоть кричи. И собирая стекла от очков и поправляя выбитую челюсть, тебе сказал я, вытирая кровь: любовь моя, пока дышу, надеюсь, так прочь порваны оба мениска, некрасив я, горбат без зубов. Террористка моя, каратистка, роковая, слепая любовь. Эх, террористка моя, каратистка, роковая, слепая любовь. Я брошу пить, я сделаюсь смелее, сюда и самой завтра же займусь. Ты станешь мне учителем, сенсеем, потом, когда я на тебе женюсь. Да я знаю, знаю, что пока тебе не пара, но гадом буду, год пройдет, и я... Блокируя свирепые удары, услышу твое нежное кия! Почему-то эта песня полюбилась больше не женщинам, а представителям силовой структуры. Они все время просто каратисты, каратисты. А с ней еще одна интересная история была. Когда я выступал в театре студии «Четвертая стена», это ДК Новогиреева, подошли после концерта две разгневанные женщины и сказали, что я пропагандирую терроризм. Я не стал объяснять, что это там 91-й год, там терроризм где-то там был. Я говорю, да, я пропагандирую, Ань, так как-то. Я говорю, это про терроризм по отношению к нашим родимым мужским душам.